Ремонт на улице Тупиковой бросили на полдороги. Участок всего 44 метра. Стал проблемой, рассказывает руководитель ТОС Валерий Тиунов. Позиция главы Приморского сельского округа непонятна. Щебень есть, осталось найти технику и выровнять участок дороги. Привезти сюда два кабана щебня сюда. Грейдер дать. И всякие проблемы. Вот это. Это да. Срок для исполнения поручения – неделя. Куда серьезнее проблема сточных вод. Все домовладельцы, и те, что приобрели в хуторе жилье, и те, что строили, знают. Централизованного канализирования в Красном не предусмотрено. Автономные септики – обязательное условие для всех. Один, вот ту комиссию, которая у нас работает по охране окружающей среды, да, необходимо направить сюда. Должен быть цивилизованный септик. Понятно, но он должен заключать договора и вводить это все дело. Но тем не менее, эти вопросы надо заниматься. Жители нового микрорайона временный выход нашли. Спрятали канал у своих домов в надежный короб. Но проблемы это не решает. Зловонные реки бегут на нижние улицы. И дачники, жители этих улиц, обращаются в суды. Комиссия по охране окружающей среды должна обследовать все дома нового микрорайона и наказать нарушителей. Но штрафы не цель. В каждом дворе должен появиться септик, а у каждого собственника дома договор на его обслуживание с коммунальщиками.